Приглашаем президента студенческих сообществ, лучших вузов мира и студентов, аспирантов, чтобы они видели и узнавали о России от нас, а не по информации СМИ, чтобы они приезжали к нам сюда, посмотрели на нашу красивую природу, прекрасных девушек, лучших жителей страны, собирающихся на этом форуме, и это все перевесило тот негатив, который навязывают мировые СМИ о России. Как вы считаете, нужна ли такая площадка? Девушек не надо показывать. Это наше национальное достояние. Какая площадка нужна? Во-первых, площадки подобного рода и лагеря молодежи подобного рода, они везде, во многих странах. Во многих странах. Вот и в Армении уже приезжают. Но в европейских странах это общая практика, в том числе и по линиям различных партий. Значит, мне кажется, что у нас вот этот селекер приобретает, действительно приобретает такой хороший, мощный масштаб. И дело даже не в масштабе, дело не в том, что 20 с лишним тысяч человек проходит за сезон, а дело в том, как организована эта работа. Я вам лучше судить, я не знаю, но мне представляется, что интересно. Интересно, и сейчас вот один из ваших коллег презентовал свои идеи, связанные с развитием селегера, с тем, чтобы сделать здесь проживание еще более комфортабельным, то есть в полевых условиях, но более комфортабельным, тем не менее, чтобы создавать вот такие вот, как этот форум, я сейчас не буду говорить о деньгах, денежных сопровождений, мы обязательно поможем. И обязательно будем селегер развивать дальше с тем, чтобы он был в первую очередь площадкой для наших талантливых людей, молодых, и чтобы он был притягательным магнитом для ваших сверстников из-за границы.